Нам сегодня предстоит рассмотреть важный вопрос, к которому мы подходили уже раньше. Он касается введения в Беларуси биометрических документов. Работа в данном направлении ведется давно. Сейчас правительство, должностные лица информируют, что все готово. Сформированы информационные системы, оборудование закуплено, необходимое, проведена разъяснительная работа с населением. Можно хоть завтра выдавать идентификационные карты и новые паспорта. Нужно только создать необходимое правовое регулирование, подписав соответствующий указ. Как мне докладывают, внедрение биометрических документов послужит толчком для развития электронных услуг, сократит время на совершенствование ряда процедур, повысит защищенность от подделок. Ну, то, что мы толкаем развитие электронных услуг, ну, хорошо. То, что это повысит защищенность от подделок, глубоко сомневаюсь, исходя из последних событий. Поэтому я и решил в силу определенных причин рассмотреть в более широком кругу заинтересованными разработчиками проект указа, который бы регулировал порядок в освоении биометрических документов и паспортов, в частности. Есть большие сомнения, и не только у меня, но и у людей. Вы помните, на том этапе, как мы только начали об этом говорить, и общественные организации, отдельные люди выступили категорически против этого. Поэтому мне пришлось взять какой-то тайм-аут для того, чтобы мы серьезно поработали над этим вопросом. Еще раз повторяю, сегодня вы пришли к выводу, что все готово. Ну, сейчас посмотрим, что у вас готово и насколько народ будет защищен от подделок. Предполагается, что данное новшество затронет абсолютно всех, но при этом белорусы должны получить дополнительные возможности, а не проблемы. Нельзя упускать из виду трудности, с которыми могут столкнуться люди, организации при получении новых документов и их последующем использовании. Мне важно услышать, что все организационные и технические нюансы учтены. Не создадим ли мы препятствий для реализации гражданами своих прав? Обеспечим ли защиту их персональных данных? Это меня больше всего настораживает. Не получится, что мы нахомутаем еще одну проблему? По-народному говоря, нужно ли вводить биометрические документы мгновенно, ну, как предлагается, с 30 апреля, или требуется еще время для некой подготовки. Все вопросы следует тщательно отработать до начала выдачи новых документов. Координаторами этой масштабной деятельности выступают Министерство внутренних дел и Министерство связи.